Я какая! Ой! Что-то порвалось! Боже мой, как тяжело его надевать! Дотягивается оно вот так! Даша, ты Чиполлино какой-то! Хай! Приветули, девчули! I'm Hello Kitty! Pink! Tap twatch! Мур-мур-мур! Я ламповая няша! Мур-мур-мур-мур! Ну что вы дождались? Ура! Она снимает шапку, нахуй, у меня оранжевый волос, ну, чтобы все их видели. Вторая часть Алиэкспресса, да будет быть. Первая часть вам, ну, очень понравилась. Там было столько секса. Мы с Данилом там почпались. Не смотрела, можете посмотреть. Я специально для этого видео купила самые сексапильные платья, которые я бы никогда в жизни не купила. Мне, между прочим, выбирал их Данил. Не все, но большую часть, потому что те, которые выбирала, они были немного такие фриковые, а Данил выбрал прям максимально сексуальные женственные платья, которые я так и не открывала, они лежат у меня в шкафу. Кстати, это новое сегодня пришло, специально для видео взяла. Я это видео собиралась снимать еще, ну, месяца два назад, наверное. И я столько ждала, я из тех людей, когда приходят посылки с Алиэкспресса, мне нужно их сразу вскрыть. Нам понадобится лифчик, потому что мы должны быть женственные и сексуальные. Я тут узнала про существование лифчиков. Ну, сегодня бумсосочка, микинчики у меня есть. Настоящая леди. О, есть еще одно платье интересное, которое я покажу вам в конце, потому что там такой секс. В инстаграме я, конечно, уже все слила. Кстати, в инстаграме вот вы первые увидите мои самые сексуальные наряды. В первую очередь показываю, конечно же, в сторис, поэтому я считаю, вам нужно перейти подписаться, потому что там я еще и ссылочки оставляю на видео для взрослых. Ну и вы уже в курсе, про что я говорю, да? Кстати, сегодняшним нашим жюри будет Данил. Он будет оценивать, насколько я сексуальна. У нас много слов сексуально в этом видео. Кстати, оцениваем мейк. Я попугайша. Давайте откроем белое. Да кто шумит в мою смену? Если честно, я уже забыла, что там как выглядит, но, по-моему, я помню, что это платье белое с чулками. Ну, с Алиэкспресса, вы знаете, платья все такие странные, сомнительного качества. Ну, я вижу, что оно уже очень сильно просвечивает. Мне раньше блокировали просто все тиктоки, когда я в майке. Я не понимала, почему. Но потом до меня дошло, что нужно одевать лифчик, потому что у меня торчат соски. Блин, это реально, это просто белые чулки. Я в школе любила белую всякую одежду, такую няшную, и у меня были правда белые чулки. По-моему, даже с Алиэкспресса, и они мне очень надавили мою жирную ногу. Ну, походу, это и есть чулки с Алиэкспресса. Если что, ссылочки в описании оставлю, если вам что-то понравится, можете посмотреть. И давайте ставим ставки. Я испачкаю сейчас тональником это платье или нет, потому что настолько белое, что оно сияет. По-моему, мы тут подглядываем. Норм, зашла. О, тут есть дырочка для пальца. Мне кажется, это не та сторона. У меня остались волосы. А, ой, какое оно узкое. Я как сперматозоид. Это неудобно, если честно. Ну вот эти, кстати, чулки не давят. Да, топовые чулки. Вот за чулки респект. Я их буду носить. Просто, судя по всему, это надо застегнуть. Какая-то фиговина, я не понимаю, что с ней делать. С моими ногтями очень тяжело использовать данное крепление к чулкам. Я сдалась. Так, ладно, попросим Данила. Я какая соска. Мне не удалось застегнуть. Засунуть, зажать и потянуть вверх. У меня мои пальцы на ногах просто такие. Мне кажется, это платье что не на выход, оно для секса. А как тебе просвечивающая одежда моя из него? Сколько альбин сексовых из 10? Да, очень круто, если честно. Я думаю, что 10 альбинов из 10. Какая бомбезная соска. Ты просто до джакета дыхает. Даже вот там я могу выйти на улицу. Думаю, да. Даже в просвечивающих трусах. Да, и даже когда у тебя момо, ну так. Честно, я вообще не знаю, чем понравилось Данилу это платье. Мне вообще не зашло. Мне вес следующее. Красного цвета. Честно, я это платье ждала больше всех. Но оно хотя бы, я думаю, будет не такое постыдное, как то. Фу, оно воняет тухлой рыбой. Отвратительный запах. Молния. Данил. Тебе очень тут одни эти ушки. Ходи так всегда. Еще эти волосы такие кучеряты, ты как кот вот этот Барсик. Я так неловко, перед вами такая голая, но я заблюрю, такая, ой. Нет, я не толстая. Он не влазит в мою жопу. Да, давайте пробуем сверху. Так, я надела. Видите, не толстая. Кто там писал мне? Убирайте свои слова. Ой, что-то порвалось. А, нет, это звук латекса. Ой, титечки-то подчеркивает, смотрите. Как ты теряешь?
меня не always, у меня кодекс. Вау! Это, конечно, под твои буксы точно. Конечно, Даша. Буксы большие очень. Да, реально обтягивают? Очень, я уже вспотела. Я в нем как рыба. Она любила выходить в красном на трассу. Капец! Тебе нужно просто... Секретутка. Платье определенно красивое, прикольное. Вот пройдись вот в сторону двери. Да, Шуль! Кофе принеси! Сейчас. Как ходят девушки на каблуках? Как хожу я. А как девушки-то ходят? Покажи. Как правильно ходить, Даша? Я секретутка. Да, Шуль, да. Кофе принеси. Секунду, закончу бухгалтерией. Вот это вам. Даша. Вот это, мне кажется, будет самое лучшее, потому что, ну и по материалу более-менее, чем другие. Но вот это... Данного комплекта я поняла, что мне нужны будут обязательно накладные сиськи. Для этого я его и покупала. Походу, это единственное платье, которое не ношенное, потому что на нем есть бирка. О, вот это очень комфортно сидит. Девочки, как вам, может, так оставить? Вот это просто офигенно, мне очень нравится. Оно очень комфортно сидит. У меня... Оно идеально обтягивает, блять, меня, потому что все остальные они как-то сидели по-дурацки, потому что у меня бедра большие. И здесь еще вот такой вот лифчик. Блин, мне это очень нравится. Странно, но так, блин. Дошел до моря, снял, вот тебе и бикини сразу. Как это неудобно завязывать самой. Я теперь похожа на какой-то персонаж из аниме. Я как тайный агент 007. Я очень долго завязывала эти 100-метровые шнурки. Блядь, я не ожидала, что это будет так выглядеть. Я тайный агент 007. Не заблокируй ТикТок, если я буду так вот снимать туда. Это единственное, что мне очень нравится, потому что она сидит просто великолепно. Большой азарт. Это ужасно. Тебе не нравится? Это просто пиздец. Как? Так и нужно носить. Это типа лифчик сверху надевается. Ну я понимаю, но это смотрится так неэстетично. Тут не на свои надела. Ну это будет странно. Ну попробуй. Нет, я бы хотела, чтобы на сцене было. На моих-то будет вообще никак. Ну ладно. Тебе не нравится? Нет. Я не знаю, какая девушка будет так ходить. Пожалуйста, работники Ютуба, не блочите Дашу за наготу и сексуальное давление. Давление у меня повысилось очень сильно. Я очень красиво. Вот так намного лучше. Мне, если честно, нравилось больше с большими бупсами. Это как-то вообще мне как будто... Я бы очень волновалась так ходить по улице. Тут же, прикиньте, как будто бы я в купальнике. Ребят, давайте 150 тысяч лайков, и Даша пойдет летом так на улицу. Во всех платьях. Ребят, вам вы обязаны это сделать. Ну это хотя бы талию подчеркивали, все остальные как-то не подчеркивали. Данную расцветку платья я вообще брать не хотела, меня заставил Данил. Я ненавижу такие цвета, но я подумала, что с моим париком будет смотреться круто. Боже мой, вот это разрезик. У меня никогда не было подобных платьев. Жесть, это что? Блин, срочно бей. С ним париком выглядит прикольно, согласитесь. Знаешь, такая мамаша. Ты спокойно можешь летом выходить, днем и гулять. Да цвет вообще не мой. Ну да, я думал, он будет поярче. Я знала, что он будет серо-синий. Такой вот, голубенький. Но тебе идет. Он хорошо подчеркивает твою талию. Сколько он стоит? Знаю, 1000 где-то. 1000? Да. Где Даша? Кто украл Дашу? Тоже красиво. Если меня вызовут на красную дорогу, я выйду вот так. О, Даша, это круто. Ты сосалка, Даша. Это секретутка. Ты, Даша, сосалка. Есть хороший смысл слова сосалка? Нет.
Еще одно платье, в котором я буду, видимо, кошечкой. Оно тоже черного цвета, и оно такое леопардовое. Если честно, я уже его как-то померила. Хотела в нем идти на день рождения к Мише. Я не пошла, потому что я хотела показать его Данилу, чтобы он его не видел. Но это вообще просто OnlyFans. Здесь идет очень странный замок, потому что он идет спереди, это во-первых. Он очень странно обработан, и он колет немного живот. Но я чего не поняла, идет он должен идти спереди или сзади? Тигрица. Я не хочу туфли надевать, я устала. Мне нравится у него ткань, очень прикольная, типа в нем можно куда-то выйти. Но то, что у него застежка идет спереди, видимо... А, вот, это должно быть вот так, я вспомнила. Чтобы было видно татушку. Здесь еще перчатки нужны какие-нибудь. Включи звуки кошек. Кошек? Да. Подожди, ты об этом говорила, что оно типа крутое? Но типа оно очень странное. Но оно такое типа чисто. Ну типа да, как будто сейчас ты будешь женщиной кошкой спасать Санкт-Петербург от ОМОНовцев. Да, я их буду вот так. Да, ладно, мне не нравится, если честно. Не нравится? А вот так? Да. Ты как будто в скафандре каком-то, типа, ну расстегни до конца, да, покажи. Все равно хуйня. Если вы хотите, чтобы Даша вас соблазнила, вам должно быть 13 лет. 14! Даша любит помладше. А вот причина, почему мы не встречаемся. Или вот причина. Но оно очень удобно, если честно, для этого так вот можно. Лазить по деревьям. Да, своими ногтями по деревьям лазить самое то. Вот это мне пришло вот прям сегодня, и что я на него смотрю, у меня вообще на него никакой надежды нет, если честно. Что за лист, блядь, ткани? Я его покупала без отзывов, потому что у него их просто нет, но у него есть заказы. Короче, это раздел тех платьев, которые хотят меня удушить. Вот Алиэкспресс, как я поняла, хочет меня убить, потому что следующее платье будет меня очень сильно душить. И я удивлена, типа, зачем меня Алиэкспресс пытается убить? Я потенциальный покупатель, у меня есть деньги, я им плачу, а он меня пытается убить, задушить. Зачем? Затягивается оно вот так. Не очень безопасно. Похоже на какую-то пиявку. Мне очень понравилось, как оно выглядит на модели с Алиэкспресса. У меня уже шея вся красная. Хорошо, я закрыл глаза и ничего не вижу. Открывать? Да. Даша, ты Чиполлино какое-то. Просто как оно должно выглядеть и как оно выглядит на мне. Даша свинюшка просто. Почему вот так? Я не знаю, это очень странно, реально. Да, вот так вот, ну, типа, получше. Ну, я большой и страшный волк. Я знаю в поросятах волк. Ля, какая цаца. Я еще там помещусь 100%. Давай. Без комментариев, стоило 1500. Последнее платье, а у него уже, знаете, история есть целая. Оно полностью из страз. Оно очень классное. Ну, знаете, когда тренд на стразы, когда вот, типа, на всем теле у тебя страз, там, или вот топики страз, мы увидели в Инстаграме или в ТикТоке. В общем, у меня есть такой топ, и он порвался, потому что материал, который его делают, он очень хрупкий, разваливается, ну, ненадолго хватает. И я решила заказать целое платье из такого же материала. Оно стоило 3000, довольно дорого. И когда я его надела, у меня сразу же оторвалась лямка. Я открыла спор, мне продавец вернул 1500 рублей. Знаете, приятно, что он так сделал. Ну, я чуть-чуть починила, но, опять же, конструкция держится вообще небезопасно. То, как его носить, я вообще не представляю. То есть я рассчитывала, что я летом как-нибудь выйду в нем. Такая красивая вся из себя. Очень аккуратно и вот такими движениями, чтобы, не дай бог, ничего не порвалось. Скорее всего, это платье нужно носить голым. Вы посмотрите на эти фотки. Но эти девушки явно голые. Опять же, это платье пытается меня задушить. Потому что, чтобы его закрепить, мне опять обтянуть об шею, я, видимо, задохнулась. И умерла от этого платья. И больше никогда не заказывала Алиэкспресс. И его очень страшно затягивает, потому что у меня такое чувство, как будто бы оно сейчас порвется просто. Держится все максимально на соплях. Раз, провернули. Два, провернули. И нужно засунуть в бюстик. Здесь опять же, раз, провернули. И в бюстик так, в бюстик. Оно очень сильно меня душит. Здесь нужно зацепить за шлейку. Боже мой, как тяжело его надевать. Просто не...
Не представляете. И оно уже бесит. Уже по своему усмотрению добавила здесь пояс, потому что это платье висит просто ужасно. Я видела Кайли Дженнер в таком платье. Также видела, по-моему, Пэрис Хилтон. Видимо, Алиэкспресс решил сделать свою версию. У них-то явно там была и ткань, и все, и оно явно сидит хорошо, потому что это не Алиэкспресс. А Алиэкспресс попытался сделать какую-то пародию на это, и у него, конечно же, не получилось. Но выглядит оно реально достаточно страстно. Как видите, здесь нужно носить его без трусов. Я как смогла, так спрятала. Мне честно нравится, типа, для фоток вообще просто бомба. Стесняюсь. Включи звук блеска. Ты все не диджей. Все, все, ну хватит. Кольчугу свою надела. Че, на войну собралась, да? Ну, Даш, ну красиво. Особенно вот тут вот смотрится очень круто. Да, очень красиво блестит. И, ну, на каблучках. Прям вообще на дорожку смело можешь идти. Даже не знаю, что оно голое. Да? Да, ничего страшного. Сколько сексовых из 10? Ну, тут определенно 10. Пока она не развалилась, да? Да, пока она не развалилась. Прям очень красиво, очень классно. И мне очень нравится. Честно, это была жесть. Я так устала это все примерять. Честно говоря, мне должна была прийти еще одна вещь с Алиэкспресса. Леопардовое боди фиолетовое. Оно было просто потрясающе. У него были такие рукава. То есть прям как перчатки. Оно стоило где-то 700 рублей. Было указано, что я его получила. Реально, было указано, что получила вместе вот с этими посылками. Но я его прикол в том, что не получала. Это очень странно. Или его потеряли, или я не знаю, куда он делать. Но я смотрю на отслеживание, и там указано то, что эта посылка пришла еще в октябре. Чтобы вы понимали, я заказывала в конце декабря. Я вообще не понимаю, что это за мистика такая. Почему указано, что посылку я эту уже получила, хотя я, блядь, не получала ее. И то, что она была доставлена еще в октябре, это очень странно. Я открыла спор, конечно же, мне деньги не вернули. Я не знаю, или это продавец мошенник, или что. Но это продавца плохие отзывы. У него вообще не было нормальных отзывов, что кому-то это вообще пришло. И я видела у других продавцов этот товар, но у них почему-то его тоже никто не покупает, и отзывов, само собой, нет. Короче, я решила уже это не заказывать повторно, хотя мне очень хотелось это боди, ну офигенно, я видела в инстаграме у одной блогерши, проебала 700 рублей. И еще там много посылок мне потерялось, мне должны были прийти подтяжки для титик и для жопы. Мне просто не пришло, оно стиралось, там посылки одну в другую складывают, и они все, блядь, затерялись. Там посылок, ну, 10, и они отслеживаются уже месяца два. Ссылочки я оставляю в описании, чтобы вы заказали, если потерялась. Девочки, пишите комментарии, какое платье вам понравилось больше всего, сексуальное или нет, решать вам. А я всех люб и целую, подписывайтесь в инстаграм, лайкайте фотки, и там такие фотки. Пока! Передумала.